Завтра в России объявлена Библионочь. Национальная библиотека Чувашии предлагает любителям чтения поучаствовать в турнире ГТО. Библионочь ГТО – это симбиоз интеллектуального отдыха и спортивного азарта, творческой активности и соревновательного духа. В программе командная игра по спортивному «Что, где, когда», увлекательные квесты, разнообразные мастер-классы, поэтические декламации, умные настольные игры, посиделки в детской комнате «Интеллектуариум», кинопросмотры, эксклюзивные экскурсии в самый таинственный отдел библиотеки – книгохранение. Победители получат абонементы в фитнес-клуб на один месяц, сертификаты на обучение в школе скорочтения и в батутный парк, памятные медали от Национальной библиотеки.